Скажите, пожалуйста, почему вот именно в такое время решили выйти порыбачить? И не опасно ли рядом вот именно находиться с руслом реки? Да не опасно, можно посмотреть, какой лед толстый. Морозы пошли стабильные, дневные минусовые, ночные минусовые большие. Вон лед какой, больше 10 сантиметров. Мы уже на мотоциклах катались. Не опасно. Полвека как... рыбачу, еще нормально все было по заберегам. Ясно. Как улов? Да никак. Вон, начали стройку эту. Разогнали всю рыбу. Там малек ходил, гулял тут к теплой водичке, там корм какой-то вытекал. Малек к нему подходил. К нему и хищник подходил к мальку. А сейчас все. Так, залетит какой-нибудь ненормально и уходит. Он под левый берег ушел. Верхогляд, сик, все, рыба ушла туда. Тут шума много. Вон. Экскаваторы работают, бульдозера копают, гремят, шумят. Когда стадион не ремонтируют, тут всегда рыбалка была по заберегам. Хорошая рыбалка была. А рыба ловилась, какая можно. Ледостав, вот тут забереги уже, поэтому и рыбачить. Каждый год такая. Каждый год, да? Ну вот как бы то, что вот вы рядом прям с руслом реки находитесь, оно как бы еще не, лед не замерз, это не опасно? Нет, да ну что. Ну, это же не море, что там прилив-отлив подняло, а тут же припаяло и все. Какая опасность? Ну, вот вы ходите, толщина льда порядка 10-15 сантиметров. Этого вполне достаточно, что по такому льду и машина пройдет. То есть опасности большой нету, да? Чтобы вот, главное не подходить близко к руслу реки, да? Конечно, была бы рыба, дело другое. А толкость, прогулиться, все, воздухом дышит, все еще. Для пенсионеров-то. Кое-что подышал свежим воздухом. Поймал, не поймал, разницы нет. Ну вот а то, что... Сегодня хорошая еще. То, что вот близость именно, как бы Амур еще полностью не встал. Да мог бы полностью не встал. Лед тоже, да. Тот еще 10 сантиметров, 15, чего выдерживает. Уже нормально выдерживает. Ой, лед тут сейчас долбишь. Ну где-то... 5 сантиметров на 20, да, вот такой еще до да, 20, ты что, уже не утонешь. И там уже кромки, это сейчас только идет сплошняк, а там кромки то, что устоит.